Надо? Да. У него пусоголовое. Да? Милиционер уже который день порывается нас остановить, а еще пропускает. Ребенок впереди. Да я замечает нас в последний момент, когда уже поздно. А мама катается на велосипеде. И сзади ребенок сидит, девочка, и держится за нее. Кстати, сейчас много тех, которые катаются на велосипеде с ребенком. Да. О, школьницы. Да. О, у нее лицо как у взрослого института. Да? Да. Грустно? Нет, у нее лицо. У нее лицо. У девушки как. У нее лицо взрослое, как будто бы из института. Лицо у нее взрослое. По взгляду оно взрослое. Как в институте. И лицо тоже выглядит как в институте. И улыбка тоже. А вот еще школьник. Тоже лицо. Все собираются в школу сегодня. На школу поставили. Да. Да. Ну вот, заставили здесь постоять. Чтобы движение здесь было нормально или как охрана? Да нет, движение. Чтобы не сбивали, что ли, должны? Скажите, чтобы не останавливались. Ребята, да. Ребята. Ты ребята. Папа, ребята. Нет, тут ребята все имеются даже, независимо от пола. Возвращаются обратно. Объезжают. Ну, наверное, авария. Нет, 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 не стоит. Нет, нет. Нерешительный водитель боится повернуть. Нет, нет, нет. Да.